на этих еженедельных оперативных совещаниях вы подтверждаете тему, что арендную плату просить нельзя, потому что это юридически невозможно? Ну, конечно, помню. Хорошо помню. Ну, нет, может быть, уже тоже уже прошло время. Поэтому я не четко, я на пенсии уже давно, и как бы, тем более, если сейчас уже этого не знаю. Судья в нормальной ситуации, с учетом положения уголовного процесса, не должен был вообще этот процесс допустить. Поэтому мы имеем дело с такой классической ситуацией, когда есть формальное соблюдение процесса, такой маленький спектакль, где мы все сидим, сторона обвинения, сторона защиты, но при этом приговор все равно будет написан где-то в другом месте, другими людьми, исходя из каких-то других соображений, которые не имеют никакого отношения к тому, что сегодня происходит в суде. Доставляет ли саму надпись «Путин вор» у нас три раза уже сегодня изъяли сотрудники полиции. И вот после третьей они уже нам начали разрушать нашу конструкцию, срезать другие баннеры. И мы не понимаем, то есть здесь это абсолютно не закон, то есть отталкивают людей, пытаются спровоцировать на драку. Давайте я буду приставать к вашему главному. Кто старше?